где-то на болоте. Потому что, я думаю, полезен. Летаю сейчас чуть поменьше, чем не лето. Летаю сейчас чуть поменьше, ну лето там туда-сюда и прям еще косей слышно. Прям сейчас так зашел на место хорошо. Снежно. Я затарду. Последним пошел, да? Давай. За тобой. Я понял. Так, ты вниз пошел, что ли? Я что-то тебя потерял. А, вижу. Не надо. Я сейчас чуть-чуть влево, да, завожусь. Я тебя понял. Я заходить не буду, буду за тобой смотреть. Прям пикируешь отвесно практически. Не потерять, да, вижу тебя. Вижу. После атаки вверх ходи. Я тебя под облаком потерял. Но если что, я над облаком тебя кстати, могу. Хорош. И вверх выплевываешься, да? Да, наблюдаю. Дымная ве... Да, я понял. Никто с тобой не лезет. Дымная попробовала и разворачивается. Выплевывайся вверх, набирай высоту. Не делай больше опасности. Набирай высоту. Так, чтоб сверху еще не подошли, мало. Так, контакт. Дай огни, пожалуйста. По-моему, сюда вытянется. Марни. Не надо. У него тоже без скорости. Захожу. Так. Твоего пробил. Да, его пробил, кажется. Он вниз свалился. Ухожу вверх.
А там еще один есть. Двое. Слушай, разворачиваюсь. Вверх вот ты сейчас пошел? Вот я тоже падаю на одного. А он уходит вверх, не буду. Ой, вниз пошел, меня увидел. Вытягиваюсь вверх. Вижу тебя. У тебя чисто. Ты чуть ниже. Так, танки спадают. Уже пошел вниз? Блин, ты у меня был прям под этим. А, вижу. Все, вижу тебя. Давай. Они сейчас наберут высоту, я боюсь. Я тебя понял. Ты сейчас за ним чуть вправо, да, дворачиваешь? Да, вижу его, тоже на него иду. Вижу твою атаку. Буду дублировать, вверх пролезть еще. Да. Не закручивайся, там не закручивайся. Хотя нет, вроде чисто. Давай, дорабатывай. Готов? Не идти вниз, не дублировать. Все, уходи. Хорош. Я у тебя сзади на 6. Я. Принял. Не вижу. У тебя чисто. Ты с огнями, кстати, убери огни. Вот, я чувствую, нет никого. Так, я у тебя слева сзади. Так, минус 2, хорошо. Давай наберемся. Мало пока. 3000. Набираемся. Сейчас, иначе они поднимутся, нам хотят быть. Хорошо. Да, я понял. Так, слушай, нас за нами никто не вытягивается, но все равно набираемся. Так, 3,5, да? Ну я понял. Давай. Так. Блин, что-то меня подфризивает игра в последнее время. Тоже, да? То есть это у всех, да, такая стоит последняя. Ну а Либерти вообще капец была. Тут еще получше, но все равно как-то. Тоже сбавил. Так, ты меня наблюдаешь, ты ко мне подходишь, да, справа? Да. Хорошо. Вот так. Не, нормально чувствую. Дело сделали удачно. Вот на лавку вдвоем нормально. Есть возможность выпрыгнуть. На лавке прямо надо выпрыгнуть. Иду четко. Иду 90 курсом. А, вон, слева выше я у тебя. 5000. Так, вы ко много потратили? Я короткими очередями делал, но ты больше меня оставил. Ну, все правильно, да, и экономить не надо, все, главное бить. Пропал. Не слышу, что говоришь. Да, вот сейчас слышу. Так, все, я выравниваюсь с набором, иду опять к машинам смотреть. Там их больше было, чем двое, да?
ситуация. Да, еще. Ты сейчас будем скрывать последний день? Пока не вижу никого. Угу. Да, тебя вижу, на нашей высоте вроде нет никого. Так, стоп. Да. Может быть, может быть. Да. Долго, да? Ну они с прикрыт. Ну там их. Блин, ты прям вообще это через слог. Опять у тебя что-то глюк какой-то. Это с кнопкой, с чем не пойму. Но я тебя через слог слышу. Не похоже на связь. Связь обычно булькает. Пошли к вам сюда. В ту сторону. Они же пошли на дальние танчики, если я так понимаю. Тут вроде ушли эти немножко. Я не вижу никого. Так, на шесте это. Ух ты! Двое сзади! 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 Двое! Пара! Заход! Смотри, смотри, не-не-не, там двое, 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 двое. Вы выше нас. Уходим, уходим, пикируем мышки. На 90. Уходи вниз прямо под облака на 90 с форсажем, со всеми делами. Прямо на низы, прямо на низы. Максимально, как 700 скорость. Тебя потерял. Угу. Это я, наверное. Сзади справа, сейчас посмотрим. Один пробег. Не вижу тебя. А, ну, наблюдаю, наблюдаю. Вроде они, вот ты, да, вот как бы встаешь первым. Ничего себе. Все, уходи, не можешь тебя оставить. Давай, уходим. Тут на лавочку без вариантов. Вы вышли, хорошо, если вышли. Больше. Да, 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 все, я больше не смотрю. Уходим, да. Максимально можно, если есть возможность, даже можно форсаж сделать. Да, отлично. Только не перегрейся. Идем на посадку на Басаргину. Принят, принят. Да, 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 все верно. Да, да, да. Ну, лямец это обои, сзади чуть правее. Сзади вроде чисто. Угу. И я тоже назад поворачиваюсь. Ух ты, идет прямо близко. Ну, вроде успели, хорошо. Ну, они... И ничего. Ну, они выше подошли, они с высоты падали. Ну, у них энергии дофига было. И вот... Да, да. Должны вроде на форсаже. Я тоже там. Идем спокойно, идем максимально быстро. Нет, вроде я не вижу. Правда, от меня далековато так. И вот в такой ситуации, если они сверху тебя атакуют, если не купить, если с ними не закручиваться, да, а сразу вниз и
выход из боя, прям пикируешь на 700 и в любую сторону, нафиг, они с тобой не смогут быть, их скорость нифига. Понимаешь, у тебя есть время разорвать дистанцию. А уж если они выше, то пофиг, где они выше, там, на маленькой высоте, на большой, уж на лаке, то точно выше, если на маленькой, даже они пробивали. Нормально, потому что из боя вышло, отлично. Ну да, чего. Две шкурки, это, ты пока нормально. Но мы низковаты были, они были выше нас, при этом без инверсии. То есть, да и у них вообще самолет быстрее, то есть, тоже не надо забывать. Может, пушку выбили, еще что-нибудь. Не вижу, в радаре нет ничего. Ага. Не вижу стрельбу никак, я могу. А, да, какая-то в облаках какая-то фигня, да, да. Но на радаре нет, против радара все. Блин, пропадаешь, прям что-то не пойму. Да, да, я тебя вижу. Я вылетаю в радар. Вот ты влево вверх пошел на набор. Мне кажется, это какой-то артефакт. Артефакт, садимся. Садись. Молодцы, ну. Ну и шамы это не дали добить, а нормально. Все, давай, на посадочку. Главное, на посадке самолет ни разу не сбился. Ты заходишь сразу, да? Так, а я что-то торможу и не вижу вообще полосу, что за фигня. А, она справа, да. Следующий. С барда. Ну я тебя вижу, да, сейчас. Да-да, ну. Да-да-да, нашел еще. Я тоже сразу иду на посадку, там, где на взлете кто-то стоит. Ты по возможности сворачивай просто. Блин, выехал. Тра-та-та. Я не буду садиться, уйду на другой круг. Потому что ты садишься, там еще один на взрыв стоит. Аккуратненько. Так, ты сел, я вижу. Хороший. Так, там кто-то выезжает, что на посадку, не пойму. Я попробую левее его сесть. Или увернулся от него. Как бы в эти не въехать. Да, я видел.